Одно из сильнейших модельных агентств в Беларуси, студия моды Сергея Нагорного, ищет новые лица для дальнейшего обучения и работы в агентстве. Именно поэтому сотрудники агентства 17 апреля проведут кастинг в Слониме в районном доме культуры. 17 апреля в Слониме модельное агентство студии моды Сергея Нагорного будет проводить кастинг. Модельное агентство ищет новые лица. Мы приглашаем девушек с 14 до 20 лет, рост от 1,70 м, вот, чтобы посмотреть. Приезжает наш директор модельного агентства, и она будет, Ольга Попова, отсматривать новые лица из города, вашего города Слонима, а также, может быть, к нам приедут и из ближайших городов. Все это будет проходить 17 апреля во Дворце культуры вашего города. Студия моды Сергея Нагорного работает во всех сферах модельного бизнеса на отечественном и зарубежном рынке. Благодаря блестящей репутации агентство Сергея Нагорного занимает ведущую позицию в модельном бизнесе Беларуси и пользуется заслуженным уважением в профессиональной сфере. Среди зарубежных партнеров студии наиболее известные модельные агентства Милана, Парижа, Лондона, Токио и Нью-Йорка.